игра вроде складывалась легко, и в перерыве сказали, что, ребят, ну, надо выходить, просто добивать эту команду, потому что, ну, все видели, что уровень, я так думаю, что смотрелось оно мастерство, ну, был очевиден превосходство одной из команд. Но потом пропустили этот гол, и, ну, получается, как обычно, то есть гол какой-то пропускаем, и уже идет... Уже нет права на ошибку. Ну хорошо забил Серега третий мяч, и там уже довершили дело до разгрома. В принципе, ну, не знаю, вот убрать вот эти детские какие-то ошибки, которые, еще раз говорю, даже эта команда, там, она не простила какую-то ошибку детскую, там, Сидоренко Влада. У нас сейчас настрой один, то есть выходить и выгрызать 3 очка. То есть даже слово «выгрызать», оно сейчас актуально. Вы все понимаете, и появление Эдмара, появление Жданова все-таки. Я ожидал начала сезона, что будет сложновато, потому что и соперники были такие, в принципе, Днепр представлять не надо. Мир, Горностаевка такая, ну, добротная команда, обычная второй лиги. То есть, ну, у нас были проблемы, там, я говорил, там, у нас ни сборов не было, и состав формировался только по ходу начала чемпионата. То есть у нас задняя линия, мы там перестраивали, что-то кроили. Вот, и, ну, я понимал, проблемы будут. Ну, с появлением Эдика ясно, что человек, там, я тренер в раздевалке, и за кромкой поля, он тренер там на поле. То есть человек, который показывает своим примером, это, ну, это немаловажно, это очень ценно. Ну и Саша Жданов, он, конечно, своей надежностью, все-таки, как я говорил, нужны ветераны нашим пацанам, там, молодым. Им нужны ветераны, которые своим примером будут показывать. То есть ногу не убирают, идут в борьбу, то есть и наши... Ребята должны расти рядом с такими футболистами. Серега забил с Запорожьем 3 мяча. Почувствовал уверенность. То есть он выходит на поле раскованный. Забил потом, мы помним, в последней игре Ставрии. То есть у него пошло. Когда вот человек уже впереди не зациклен там на голе, да, то есть мяч сам его может найти. То есть и он играет в своей позиции. То есть он делает то, что должен делать нападающий. Он все мячи забивал. Откуда? Все с вратарской площадки. Вот. Он не разбрасывается, он не забивает их там с 30 метров. То есть он нападающий. Вот он поймал, и, дай бог, тьфу-тьфу-тьфу. Продолжай.